сказали, есть ли опыт работы. Я сказал, могу бесплатно как бы приходить научиться. Даже просто продавцом как бы стоять. Ну, у них там пускай парка. А, коктейли. Да, я не очень. Ну, блин, я бы хотел сказать, здесь классный запах, классная музыка вообще. Ну, это кажется, что это на самом деле. Они, наверное, берут татуированных людей. Нет. Просто везде, где курево подают, в этом, в Алпи, там тоже парень с татуировками на лице здесь. Я думаю, где это? Нет, это главное. А сколько стоит кальян покурить вообще? 600. А он такое дает, я просто ни разу не курил кальян. Здесь, значит, курить недавно. Чем отличается? Ну, вот эти сигареты, это идет, а ну, как вейп, да? Ну, примерно, да. Тема та же, это основа. И расслабление там такое, да? Ну, расслабляет, да. Есть самые легкие, которые могут взять, сигареты, которые прям расслабляют. Ну, они подороже, да? Ну, 40 рублей справляют. А. Просто интересно, я ни разу не пробовал. Ну, если... А вейп, я слышал историю, что один паренек вейпом пользовался, он взорвался именно. Это китайский. Все американцы придумали, и все, прикольно. Я бы купил вейп, просто боюсь, что он взорвется. Да не переживай, все. То есть это просто китайцы стали подделывать. Вейп-шоп еще вот, Балтийский, да? Я понял, да, я не понял. Там нужен, да? Просто не знаю. Я не Да, здесь отличная музыка и отличный запах вот этого кальяна, но меня не взяли, жаль.